вечером постучали в ворота. Молодая пара. Из-за ворота вышел муж. Сначала встретил пару в штыки, потому что приют уехал. 4 года, как он уехал. А люди по старой памяти стучат к нам в ворота. Но увидев кошку у них на руках и увидев заплаканное лицо молодой женщины, он не выдержал и сказал, что отвезет кошку в клинику. Так в лохматой душе появилась еле живая Белль. Как оказалось, девочку, нашли в сугробе. Она уже почти не шевелилась. Ее отогрели, и она сразу уехала в клинику. У малышки оказалась разорвана матка и мертвые малыши. Девочка умирала. Ее прооперировали. Надежды на то, что кошка выживет, почти не было. И тем не менее, Белль начинает сейчас, пытается кушать. Несколько дней были очень тяжелыми, ребят. Живое существо, которое балансировало, и, если честно, даже не знаю, что я испытывала, когда спрашивала, как она. Переживала, да, ребята, переживала сильно, потому что безумно жалко. Жалко, и я врагу не пожелаю пережить ту боль, которую пережила девочка. Просто кошка. Одна из тысяч, что бродят вокруг нас, а мы их не замечаем. Ребята, это так страшно. Почему мы не замечаем тех, кто живет рядом с нами? Это нам надо много. Квартиры, машины, богатства, какие-то шмотки с лайбами, которые вроде бы... Я вообще предлагаю... Те шмотки, которые прям крутые от кутюр и прочее, носить наизнанку, чтобы все люди видели, вот этикетка, и она от кутюр. А так я не понимаю смысла в этих тряпках. Ну, ладно. Бог судья тем, кто находит в этом счастье. У нас счастье с вами другое. Спасение жизни. Несчастного бездомного зверя. И если вы отзоветесь на боль малышки Белль, я буду вам искренне благодарна. В ролике малышечку специально гладят, поднимают мордочку, немножечко ее тормошат, чтобы она немножечко оживала, чтобы она и вообще не впадала в полную депрессию, чтобы она немножко шевелилась. Кроме того, делаем немножечко, гладим против шерсти по хребту и растираем спинку, чтобы улучшить кровообращение. Лапки у нее опухшие. Девочка сейчас еще в тяжелом состоянии, друзья. И если вы сможете отозваться на нам, на помощь, ребята, я буду искренне благодарна. Значит, мы спасем еще одну жизнь. Значит, все вместе мы скажем боли нет. Значит, все вместе мы скажем, мы за жизнь, мы за доброту, мы за милосердие и сострадание в нашем мире. Люблю вас всех, друзья мои, знакомые и незнакомые люди, все, кто заходит к нам на канал. И благодарю вас всем сердцем за то, что вы с нами. Храни и благослови Бог вас, ваших родных и близких, вашей семьи. Мир вашему дому.